Подача заявлений на зачисление детей в первые классы через портал госуслуг прошла успешно. Ивановская область – третья в России после Москвы и Санкт-Петербурга, которая запустила подачу заявлений в электронном виде. Старт для 28 школ города был дан в субботу в 8 утра. Буквально через час на портал обрушился шквал заявлений. Услугой, по данным Управления информатизации город-администрации, воспользовались 320 человек. Процесс подачи заявлений продолжается до конца текущей недели в соответствии с графиком, установленным в школах города. К сожалению, у нас был небольшой сбой. Сбой был вызван тем, что недостаточно была пропускная способность канала связи, который подходит к серверу, на котором размещен региональный портал государственных и муниципальных услуг. В течение 25 минут эта неисправность специалистами управления была устранена, был подключен дополнительный канал связи. И в дальнейшем портал уже работал без сбоев.